Ну что, друзья, всем раз всех приветствую на своем канале. Мы продолжаем с вами проходить Far Cry 4, да? Ой, что-то прям громко. Вот, собственно, с вами продолжаем проходить Far Cry 4, да, собственно, мы с вами начали проходить, да, и как-то, ну так, чуть-чуть я начал проходить. Я же сказал, я уже в какой-то серии говорил, да, в какой-то игре, что я буду возвращать те игры, которые я проходил когда-то, да, начал проходить, и мы их не допрошли, я их буду возвращать, потому что так, наверное, будет правильно. Вот, поэтому, Саша, поудобнее, найдите обязательно, приятного аппетита, или питья воды, приятного просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Если ты не видел прошлую серию, ссылка постоянно находится, во-первых, на плейлист с полным прочтением данной игры, да, и подсказка, там, если ты компас смотришь, в верхнем правом углу, там будет такой кружочек с восклицательным знаком, если у тебя его нету, да. Ниже спускаешься в описании, там будут прикреплены видос и плейлист. Вот, то есть видос с прошлой серии, а плейлист с полным прошлой данной игры. Все, ребят, мы, собственно, с вами продолжаем проходить данную игру. О, привет! Здравствуй, Аджай. О, здорово. Че, как ты? О, а, точно, я же в прошлой серии говорил, что только вот с этим оружием буду проходить, да? Ну я молодец, собственно, я прям реально, ну, красавчик в натуре. Так, это все купил, в принципе, да? Я не буду это вставлять, потому что, к сожалению, там авторские права прилетают, да? Мне на видос. Поэтому вот так вот. Так, что, погнали к нам куда с тобой, собственно? Погнали, дабы Хадры. Так, ну, наверное, пешком пойдем, да? О, как давно сюда не заходил. Даже непривычно чуть-чуть. Так, где-то у нас здесь что-то, какой-то транспорт должен быть, по идее. Понятно. Ну, начало хорошее, скажу вам так. Опять же подпрыгнул, но все давно не заходил, прям очень давно. Ну ладно. Поехали. Так, ну что, мы подлетаем с вами, да, уже? Задание. Так, мы с вами подлетаем к заданию, собственно, да? Кого, блядь? Хорошо, здесь могу. Это угораешь? А чё он не спускается-то, блядь? Ну ладно. Пришел почтить память мертвых. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. Так, сделал погромче, чтобы попозже. Кто-то носил с собой прах матери. Ну? Скажи, моего отца хоронили так же? Я их не помню. Намасте. Но с тех пор золотой путь расколот. Намасте, Аджай. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот его убили. Опа. Так, стоп, убили? Как это? Кто? Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше? Красивые глаза. Но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Хорошо. Спасибо за информацию. Так. Тогда по... Дорога?
Так, сделай погромче, собственно, да? Ну, я как, собственно, долечу оттуда, да, так и включи, чтобы не затягивать хронометраж. Я тут думал о своем международном имидже. Кажется, мне нужна публичная поддержка знаменитости. Ну, Денниса Родмана, например. Или может выкрыть Бекхэма и выставить против него моих лучших молодчиков? Нет, старо. А, тогда поп-звезду? Дженнифер Лопес спела у Туркменбаши на дне рождения. Значит, и я могу заполучить какую-нибудь гаснущую звезду. Канни Уэста. Читаешь его в Твиттере? Рекомендую. Я был бы не прочь с ним поболтать. Типа отсылки, чё шо? Ну ладно. Да, далеко так включись. Так, мы с тобой подлетаем уже к заданию, собственно, да. Может, баг был, типа, ну ладно. Так, это мы сразу срываем с тобой. Так, оп-оп-оп-оп. Ну чё, как ты? Сабал. Ну что, пригодились тебе данные из лагеря? Ты их хоть читал? У меня есть для тебя новая информация. Надежная. 9 моих людей мертвы. Они погибли из-за тебя. Мне пришлось сделать трудный выбор. Правильный выбор был очевиден! Выбор твоего отца! Да, видать. Выбор золотого пути! Это был наш путь, пока не погиб Махан, и мы не увязли в дерьме! Амита просто не понимает! Для нее самое главное — это цель! Она готова жертвовать человеческими жизнями даже по самым ничтожным поводам! Поэтому я тут. Я вмешался, потому что знал Махана. Я уважал его взгляды. Пойми, что двигало им. Что движет нами. Отправляйся в монастырь. Тебе многому надо научиться. Обиделся, что ли? Обиделся. Ну, ну давит, очень же сказать. Видите, игра на нас давит чуть-чуть. Сидишь в роли не того, блин. И вот все, вот поехало, пошло, да. Ну, понятно. Ну, давай, чё. Полетели. Культурный обмен называется задание у нас. Угу. А, я помню эти задания этого рода. Ну что, сначала до вышки сгоняем, чтобы было проще. Да, поняли, до вышки сначала. Ну, как раз рядышком здесь находится. Это дядюшка Бейган. Как ты там, дорогой племяш? Скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет тебя? Лотос Амиты? Или дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала? А? Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Ради будущего этой страны и многих грядущих поколений. Так, записочка, давай прочитаем. Занятая башня. Жена опять выкинула моего брата на улицу, поэтому я пустил эту бесполезную пьяницу пожить в колокольне. Этот остолоп все-таки родня, и если с ним что-то случится, вы ответьте головой, сержант, мне шрам. Так, давай мы с тобой быстренько что здесь залутаем, что есть, да? Ну, под Патрики только. Патрики еще не Патрики. Так как нам залезть наверх? Намасте. А, о. Вижу. Поехали. Поехали. Так, о, добрый вечер. Так, ну вот сюда нам с тобой. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Патрули армии короля.
Да где? А, пропустил, хорошо. Ну, на самом деле, в этой игре Пейган не настолько антагонист. И не настолько он главный герой, да, и, ну и настолько он, как сказать, добрый, да, в этой игре. Но что-то среднее, короче. Да уж. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Так. Там музыки не было, ребят, если что, да, у вас на видео при монтаже это, ну, уберу музыку там на всякий случай, чтобы АП не было, потому что авторские права здесь, ну, знаете, мне очень хотелось бы получить за авторские права за это, хотя вроде музыку даже выключил. Ладно, let's go, что с тобой на задание, да? Навыки. Давай посмотрим. Пусть будет так. Там вот, ребят, я говорю, вот в этих менюшках, например, вот в этих, да, когда карту, ну, настройки открываешь, там есть такая фоновая музыка, у вас там не будет звука вообще. Почему там не будет музыки, у вас вообще звуков не будет? Потому что АП может прилететь, поэтому, ребят, не судите строго. К сожалению, я ничего с этим поделать не могу, потому что, ну, так у меня что за хуйня ты с ней? Спускаемся. Мари не хочет спускаться, ёпта. А, вот все. Потому что, видимо, лицензия, которую они покупали, Юбики, да, Ubisoft, видимо, уже истекла давно, и поэтому АП кидает. Не знаю, честно. Честно, не знаю. Ты поосторожнее. Часть оружия может быть снята с предохранителей. Идиоты. Не знаю, в чем проблема у них было выкупить полностью, да, типа, права на музыку и... Чтобы в дальнейшем таких проблем не было. Но, видимо, не нужно было. Ну, вот так вот. Да, спасибо, спасибо, мужик. О, я помню эту миссию, блин. Ну что, давай, здорово. А, сын великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Банашур, бог богов, создал мир песни. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Жизнь неуловима, как ароматный дым благовония, и ее так же легко
его развить. Жизнь без эмоций – ничто. Но чрезмерные эмоции могут поглотить человека без остатка. Подбавь огня. Боги даруют нам мудрость. Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощай. Аджай, помнишь карту, что ты раздобыл? На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Спрячьтесь, армия идет в атаку. Аджай, они на подходе. В ящиках есть оружие. Саггират! Бля, я не помню, как, честно. Бам. А там что? Им нужен склад с оружием. Оружие, монах. Аджай, нужна помощь. Они разрушают статуи. Поехали. Давайся! Быстро! Напали на монахов! К дверям! Сложить запасы! Я убью тебя! Бля. Погнали, короче. Отрублю тебе голову. Тормози. Никакой пощады. Пожар, бежим. Позовешь Бибу, ебаный. Ну, с вертолета, что ли? Я не боюсь. Ой-ой-ой. Короче, здесь прикол в чем? Здесь нужно минами пользоваться 100%. Поехали, сразу, моментально. В моменте вот так вот. Раз. Два. Три. Поехали. Аджай, они на подходе. В ящиках есть оружие. Это твой долг. Дальше сюда.
И вот сюда. Next. Ну вот сюда. Ну вот сюда. И вот. А все, что ли, нету больше? Здесь можно взять. И вот. Сюда. Блять, не на ту кнопку нажал я. Так, там все. Думаю, побежал, блин, смотри. Ну, пока еще рано. Солдаты напали на склад с оружием. Нужна подмога. Поехали. Бля. Они разрушают статуи. Да, да, мальчик, давай, 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 давай. О, тут смотри, тут смотри, видишь? Поехали, там щелика заберем. Они ломают статуи. Да, 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 да. Да, ну тут сложно, конечно, без этого. Дай. А, это дробаш. У меня есть такой. Тебе больше скажу. Да еб... Да, да, давайте, давайте. Бан нахуй. Чё, как? Нормально все? Все хорошо? Пошли нам туда бежать. Не успел? Да что? А, да, все хорошо. Не-не, я пройду эту миссию, я пройду эту миссию, я пройду, Поехали. Сразу. Сюда сходу. Вот сюда сходу кидаем. Вот туда сходу кидаем. Поехали. Они на подходе. В ящиках есть оружие. Я тебя понял, хорошо. Вот сюда сходу кидаем. Одна, да, у нас мина еще. Вот сюда сходу кидаем. Самое жесткое нам нужно вот именно вот здесь сейчас. Укрепить жестко, вот здесь вот. Ну, сюда одну кинем.
Чисто так, чтобы, знаете. Ну, чтобы не просто так все было, понимаете? Дальше поехали вот сюда. Кинем. Вот сюда кинем одну. Все, в принципе, здесь мы от ствола обезопасились. В принципе-то. Сюда одну кинем. Все, поехали. Минус. Так. Блять. Вот сюда. Так. И сюда. Вот туда кинем. Все, в принципе, пока. Погнали. Серьезно? А, он обошел? А, здесь не лежал, больше все. Они разрушают статуи! О, да, хотя бы калашик. Здесь попробую хотя бы так. Сейчас, ёпта, кому ты там? Что, все хорошо у вас? Где? Охренеть, я все еще жив. Прикинь, как бывает. Жестко, да? Уничтожить этих идолов. Вон он, наверху. Это был кошмар. Они ломают. А уже ничего не ломает, слушай, забей. Все. Вот так вот, да, с калашиком, согласен. Не, ну, такой себе. Пошли юспису возьмем обратно. О! Поткнулся. Ну, случайно так бывает, наверное. Здесь главное просто изначально мины сначала взять. Положить. А, я взял даже между... А, ну я даже вместо этого взял слонобоя. Ну ладно. И главное сначала взять, просто эти положить мины. И все, а дальше уже само пойдет. Привет, ты спас нас. Ты прямо как они, отец, Аджай. Спасибо, Аджай. Спасибо. Да, это помню. Амита, монастырь мы отбили. Может, теперь Сабал поймет, как важна разведка? Не будь у нас карты, мы бы потеряли важную точку. Спасибо, Аджай. Ну, конечно, видите, на нас тут давят вообще. Это не я, но само. Стоям, ёпта. Мы забираем. Осторожно, Ладно, чё, погнали, нам с тобой, собственно, в любом случае в другое место чуть-чуть. В
Блин, это будет сложно, чисто с Юспиком и слонобоем пройти, это будет очень сложно. Так, погнали на звездочки сразу же на звездочки погнали. А все, покедово. Я посмотрю. Ладно, погнали сюда туда. Сказ близко, довольно-таки. Опа. Опа. А что так много всего? Брат мой, я как раз думал, что мы должны объединиться, ты и я. Промысел Божий направил тебя ко мне. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брани. Это псалтирь. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Мы солдаты, и наша цель — защищать, убивать. Знаешь, что необходимо для этого? Вера? Ствол, Аджай! Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Ладно. Славьте, Господа, пелена спала с глаз юнца. Такое дело. Вертолет, доставлявший груз через горы, упал. Возьми этот датчик. Опереди армию, отыщи посылочку. Господь наш дарует тебе транспорт. Что скажешь? Аминь. 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 Ну иди! Иди! Иди отжа! Давай, соп... Короче, сделаем такие правила. Мне интересно пройти самому это. А, не чисто с одним оружием, не с каким-то определенным оружием, да? Хотя тоже интересно. А, знаешь чем? А, у нас же здесь есть твой... Где? Подожди. Как это? Как? На своей здесь изготовление. Мы можем кобуру, бумажника. Давай вот это все, и я не буду вообще изготавливать. Не, вообще ничего не буду изготавливать. И выберу сейчас себе определенного. Хорошо, выберу сейчас определенное оружие, с которым пройду всю игру. Только надо подумать. Потому что слонобой. Блин, не туда нажал, да? Лонгин, твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Аджай. Достигнешь места катастрофы. Осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вор в ночи. Ой... Опа. Это хорошо.
Блин, там... Я помню, что это сложно было вместе в том плане, что уйти от него было бы сложно. Попробуем. Поиск объектов. Ага. Поиск объекта начинается автоматически, когда вы оказываетесь в области, где находится объект поиска. Мигающий индикатор начинает светиться ярче, когда вы приближаетесь к объекту. Если вы стоите лицом к цели, индикатор прекращает моргать и становится зеленым. Хорошо. Это нам понадобится сейчас с тобой. Причем очень сильно понадобится что нам с тобой это. Не понял. А я как раз таки понял, мужик. Погнали сразу туда. Мне кажется, сам, там самое дальнее будет, скорее всего. Погнали. Так. Можешь покажу, как нужно делать, смотри. Пошла, родная, смотри. Где он? А вон, смотри. Что теперь? Я не знаю, мужик, честное слово. Ну, в этом прикол и спа, ребят. Так, ладно, let's go. Ну, погнали туда или туда. Где он находится даже? Одна там. Бан нахуй. Простите, но так надо было. Мне кажется, знаете, я уверен, что вон та дальняя, то есть слева самая. Вон в той вроде как, вон в той. Где? Короче, вон в той стороне. Да, куда мы сейчас идем с вами. Там как раз таки оно и должно быть.
Мишка, Мишка, аккуратней. Так, понял. Значит, туда мы не идем. Хорошо, хорошо, хорошо. Прости, Мишка, но... Извини, пожалуйста, не очень хотелось, конечно, правда, извини. Чёрт, тут тоже пусто. Спасибо, охуенно. Спасибо. От души. От души. Просто не очень хочется шуметь сейчас. Шуметь здесь. Шуметь, не шуметь. Не очень хочется. Ну, тихо, мать. Ну и отмечу. Ты в пещеру, что ли? Тём, идем с тобой вообще, блин. Мне кажется, мы куда-то не туда идем с тобой. А, нет, может туда, кстати. Да иди ты на! Спасибо, от души. Не, в натуре четко, в натуре умеешь. Бля, тут попробуй. Давай, 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 давай. На, ёпта. Шо, как дела у тебя? Нормально все? Конечно, все понимаю, Орел, но не до такой степени же. О, мы туда пришли, да? А где? Так, вот сюда.
Пойму, где вход? А, вот у нее. Да. Может, хотя бы здесь? Если нет, то я ничего не понимаю. Поехали. Вроде туда спускаюсь, вроде все туда. Потерпи, потерпи, потерпи. Спасибо, хоть дали, что этот кислород. Все, что ли, кислород хотя бы. Тоже радует. Так, ну что, нам обратно теперь возвращаться. Довольно-таки легкая миссия, миссия легкая. Думали, так будет сложно повернуться? Нет. Блин, незаметно. Их там очень много. Пока. Здорово. Все. Выполнили миссию очень быстро довольно-таки. Прямо даже по стелсу. Очень редко такое бывает, что по стелсу проходим. Посылка миссия доставлена. Распишитесь. Думал, там оружие для золотого пути. Потому и взялся. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тебе лгут, сам знаешь. То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это выживание. А люди зовут это бизнесом. Это... Бизнес, Аджай. Проклятый бизнес.
Меня спасла пуля. В голову. Она убила старого Лунгина, страшного человека, имя которому было Палач. Эта пуля продырявила мой череп, чтобы пустить свет Божий осуждаем. В мое сознание. Я был крещен в водах Гока. Осуждаем, 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 осуждаем. А бриллианты? Левит 17.11. О, блядь, фу, блядь, фу. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Это тени былого, что неустанно преследуют меня. Каждый бриллиант — грех, совершенный мной, коих было много. В итоге, что с оружием? Оружие? Будет? Иди! Передай Амичи и Сабалу эту благую весть. Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Деплёр готовит к отправке большую партию опиума. Что? Опиум? Мерзкий бизнес повсюду. Иди же, скажи им, а как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий. Ну, погнали. А где наш самолетик? Классно, мужик. Погнали, погнали, скажем. Давай скажем им, что ж поделать. Передадим информацию, как говорится, да? Амита. Аджай, Лонгин передал твой подарок. Спасибо. Спасибо, брат. По его словам, на чайной фабрике хранят опиум на отправку. Его нужно уничтожить. Что-что? Ты с ума сошел? Мы должны защитить и груз, и поля. Амита, опять ты за свое. Запомни, Кират никогда не станет наркоимперией. Сабал, у нас нет природных ресурсов. Что с нами будет? Шахты обеднели, а поля Кирата разорили уже давно. Что ждет народ, когда мы победим? Это не наш путь, пойми ты, иначе мы ничем не лучше Пейгана. Такое же зло. Хотя бы нищими не будем. Ну, здесь я Сабала выберу, давай. Мы, собственно, с тобой в следующей серии продолжим проходить. Так, длинная серия довольно получилась. Спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все. Ссылка подписывайтесь на канал, тебе не сложно не принять, спасибо за то, что делать. В принципе, все, ребят, увидимся в следующих сериях. Давайте.